Итальянское агентство гражданской авиации создало кризисный комитет из трех авиакомпаний. Их задача – гарантировать услуги четвертого перевозчика WinJet, который объявил об отмене всех рейсов с полуночи воскресенья. Авиакомпания, выполнявшая рейсы между континентом и островом Сицилия, находится на грани банкротства и не в состоянии платить за топливо. В римском аэропорту очереди из прибывающих в неизвестности пассажиров выстроились с утра. Мы ждем, мы должны были вылететь через несколько часов, но добиться ответа от персонала невозможно. Я должен лететь в Катанию, на Сицилию, но боюсь, что эту ночь проведу на Римской площади Испании. 300 тысяч пассажиров, забронировавших места до октября, рискуют не долететь до пункта назначения. Без работы могут оказаться 500 сотрудников WinJet. К обострению кризиса привел провал переговоров о приобретении испытывающего экономические проблемы низкозатратного авиаперевозчика национальной компании «Алиталия». WinJet располагает 14 самолетами «Аэробус», взятыми в лизинг, и помимо Сицилии выполняет рейсы в Россию.